Всем привет! Это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить жатку. Жатка PSP-10, она 8-литковая. Работала прежде всего под акросом. Значит, в прошлом году она немножко убирала, немножечко работала. Позапрошлый год и 2020 год она, соответственно, стояла, не работала. Значит, в 2020 году ее полностью восстановили. Абсолютно полностью восстановили. Вы можете обратить это как по состоянию шнека, по состоянию цепей, звездочек. Да, то есть износ незначительный. Так что она в очень хорошем таком исполнении находится. Вот PSP-10. Фотографии приложил, тем не менее, вот на видео специально снимаю. Да, то есть даже звездочки, износ незначительный, он есть, но незначительный. Рамка. Вот она, рамка установлена. Работала она под 580-м, но подходит она от 530-го и, соответственно, до 585-го. 595 там уже другой где-то. Сварки нет. Днище не проржавело. Вот обращаю ваше внимание. Шнек, смотрите. Шнек менялся. Ну, я говорю, капиталку полностью проводился. Поэтому вот в таком состоянии жаточка. Кому необходимо, обращаемся, у нас уже все есть.